придумал, что самолет самый безопасный транспорт. Гевин готов лично встретиться с этим человеком и потолковать с ним на эту тему. Хотя страхов в жизни детектива было не так уж и много, но летать он боялся ужасно. На борт самолета он всегда заходил с чувством обреченности. Ведь именно сегодня, именно его самолет не взлетит, не сядет или попадет в зону турбулентности. И даже несмотря на то, что каждый день поезда сходят с рельс, а машины сталкиваются друг с другом, это не так вселяло ужас в Гевина, как полеты. В этот раз, как ни странно, особого волнения перед полетом Рид не испытывал. Еще бы, ведь с ним летит мистер Совершенство. Если бы было что-то не так, то детектив уже знал бы об этом. Обычно перед полетом Гевин всегда пил кофе с коньяком. Без энтузиазма, конечно, все в меру, чтобы и нервы немного успокоить, и не устроить пьяный дебош прямо на борту самолета. В этот раз ему даже это не позволили. Вместо кофе Риду всучили стакан с чаем с какими-то успокаивающими нервную систему травами, вместо коньяка – наушники и плеер, в котором расслабляющая музыка перемешивалась с каким-то АСМР. Но это когда в микрофон шепчут, шуршат, постукивают по нему ногтями, причмокивают ртом, цокают языком. К АСМР детектив относился скептически, но сегодня все это помогло ему немного расслабиться. Самолет удачно совершил посадку, и вот они уже снова в здании аэропорта в ожидании такси. В зале ожидания, конечно, произошла одна неприятность, точнее две. На детектива налетела какая-то девушка, чуть ли не сбив его с ног, и только ее неимоверная красота помогла детективу не разразиться праведной бранью. Вторая неприятность стояла рядом с ним и, как всегда, не могла не прокомментировать происходящее. Безусловно, РК читала Рида как открытую книгу, но не обязательно читать ее вслух, можно же читать ее и про себя. Хорошо, что детектив вовремя прикрыл ему рот, иначе весь аэропорт бы знал, что у Гевина давно не было сами знаете чего. В общем, Рид надеялся, что неприятности на этом закончились, и можно спокойно окунуться в летний отдых. В общем-то, Рид, самое главное, что мы живы и здоровы, и сейчас уже находимся на месте. И пока детектив у нас дожидается нашего андроида, Ричард, ну, короче, где-то, похоже, в мужской раздевалке, напяливает на себя, наверное, какие-то плавки. Ну, попозже посмотрим, какие, полюбуемся на нашего РК, мы еще не видели его в летней одежде. Ну, по сути, конечно, летняя одежда ему особо-то и не нужна, потому что андроиды не испытывают ни жары, ни холода, но... Так как мы здесь, так как мы находимся на пляже, так как у нас жаркая погода, ну, как-то в зимней одежде, понятно, было бы видеть его здесь странно. Вот, и, в общем-то, дожидаясь нашего андроида, детектив Рид тут уже наслаждается прохладной водичкой, да, у него, кстати, болит голова, скорее всего, это связано с жарой. Ну, все равно перемена погоды чувствуется из Детройта, там у нас как-то, ну, такая более прохладная погода, а сейчас он попал у нас в жару, и понятно, что как тут голове-то и не болеть. У детектива Рида у нас на данный момент новая жизненная цель, я ему решила ее изменить на время летнего отпуска, поэтому будем две недели нашего отпуска заниматься достижением цели. Вот. И, в общем-то, ладно, Рид. Я думаю, что одну из этих целей мы уже можем выполнить, а именно съесть кокос. Ну, загореть, я думаю, что за такое короткое время вряд ли ты загоришь. Заработать золото на празднике кавы, естественно, праздник мы сегодня тоже никакой устраивать не будем, потому что мы только прилетели и как-то немного устали после аэропорта, после такси. Толком еще не успели обосноваться в отеле. Вот, и ну, решили пока сходить на ближайший местный пляж, посмотреть, кто тут, что тут, что тут вообще имеется интересное. Вот. Ну и чуть попозже, естественно, сейчас дождемся нашего Ричарда. Мы отправимся на другой пляж, который находится ну, чуть поближе к нашему отелю. И там уже проведем остаток дня. А пока, Рид, пока мы вылезаем из водички, я понимаю, что тебе хорошо, прохладненько, да? Вот, и сходим в местную палатку, так и быть, купим сейчас кокос и съедим его. Подожди, где-то у нас здесь находится...
Вот, кстати, тут какая-то палатка есть, но, честно, я не знаю, тут продается какой-то кокос. Хотя тут вроде, да, какие-то фрукты продаются. Нет, подожди, фрукты-то тут, конечно, продаются, но... А, это... Ну, понятно, это, в общем, местные какие-то блюда. Но мы попробуем их немножечко попозже, а сейчас нам нужно отыскать кокос. Все, нашла я палатку с кокосами. Так, купим принадлежности для пляжа. Ну, заодно сейчас посмотрим, что тут помимо кокоса еще можно приобрести. Может быть, возьмем себе какое-нибудь симпатичное полотенечко, на котором детектив Рид у нас будет проводить свои пляжные дни. Ну, природа здесь, конечно, красивая. Красивая природа. Можно любоваться вообще просто бесконечно. Ну, давай, Рид. В данный момент нам необходим кокос, и на всякий случай я еще возьму корень кавы. Не знаю, вдруг он нам понадобится для чего-то. Вот как раз свежие корни кавы улучшают напитки, используются в общественных мероприятиях. Ну, в связи с тем, что нам нужно будет провести праздник кавы, вероятно, нам этот корень понадобится. Ну, возьмем на всякий случай. И не знаю, пляжное полотенце. Ну, давай возьмем какое-нибудь пляжное полотенце. Я не думаю, что нам нужны всякие вот эти вот надувные матрасы. Если что, можно будет взять их просто на пляже в аренду. А пляжное полотенце давай так и быть себе и Ричарду. Сделаем приятное. Все, Гевин. Но я надеюсь, у тебя уже все в багаже. И сейчас будем есть кокос. Да. Я понимаю, что у тебя голова болит нещадно, Гэвин, но на 2 недели тебе как-то придется с этим смириться. Так, и сейчас мы съедим кокос. И я надеюсь, у нас уже одна из жизненных целей будет выполнена. Один пункт жизненной цели. Да, замечательно. Но дальше уже нам нужно будет загорать и заработать золото на празднике кавы. Хорошо. Тогда возвращаемся на пляж. Я думаю, что сейчас должен будет подойти Ричард. И, ну, посмотрим, что он там на себя, короче, напялил. А напялил Ричард на себя довольно-таки странное одеяние. Как-то с верхней частью-то еще можно смириться. Но мало ли для чего ему необходима эта водолазка водонепроницаемая. Может быть, она нужна для того, чтобы у него там не намокали какие-то биокомпоненты. Ну, короче, кто поймет этих андроидов? Гевин даже не задавался особо этим вопросом. Вот. Но, конечно, вот эти шортики-плавочки в ананасик немножко, конечно, смотрятся сюда не в тему. Поэтому, естественно, Гевин сейчас подойдет к андроиду. Нет, Ричард, ты не пойдешь кататься на качелях, уж извини. Вот, и да, Ричард у нас вернулся. Так, и сейчас, естественно, мы подойдем к андроиду. И что мы сделаем? И мы понасмехаемся над его одеждой, естественно. Как же ж без этого? Это же детектив Рид. Дайте ему волю над чем-нибудь понасмехаться. Ну, давай, короче, спросим у Ричарда, откуда он вообще достал эти дурацкие плавки. На что Ричард ответит: вообще-то в вашем чемодане, детектив Рид, которым вы любезно разрешили мне воспользоваться. Ну, действительно, Рид вспомнил, что да. В связи с тем, что гардероб Ричарда особо не изобиловал какой-то одеждой, ну, то есть мы знаем, у него есть и рабочая одежда, там какая-то водолазка, парочка там брюк, джинсиков, не знаю, и рубашка черная. И, собственно, на этом весь гардероб андроида заканчивался. Ну, естественно, Риджи, он не зверь какой-то. Он сказал: ну, ладно, Ричард, так и быть, воспользуйся моим чемоданом, ну, поройся там, возможно, тебе удастся найти кое-какие вещи, которые тебе подойдут. Хотя, господи, мне кажется, на Ричарде просто все сидит как родное. Ну и, в общем-то, конечно же,
Ричард воспользовался его советом и порылся в его чемодане, ну и вот, получается, отыскал себе парочку вещей. Парочку вещей, среди которых оказались эти дурацкие плавки, да, Рид? Ну и Рид, конечно, стал сумбурно вспоминать вообще, как они попали в его чемодан. А на самом деле в шкафу Рида всегда был порядок. У него одежда на полках была распределена по сезонам, то есть там на одной полке там зимние вещи, на другой полке летние вещи, на третьей полке там, ну, такая демисезонная одежда. И, естественно, Рид, что ты хочешь? Так, у тебя головная боль, ты в туалет хочешь? Ну, я не знаю, мы можем пока тут немножечко позагорать? Нет, не можем. Окей, ладно. Ладно, Рид, тогда общайся, да. Это, кстати, соседи Рида по отелю. Ну, в общем-то, он тут с ними, по ходу дела, знакомится. Ну, давай пообдумывай ход пока. Так вот. И, естественно, Рид не стал особо заморачиваться с тем, чтобы собирать чемодан. Он просто смахнул все летние вещи в свой чемодан и, собственно, так и отправился в отпуск. Ну и, видимо, эти плавки как-то там туда попали. На самом деле, Гэвин сейчас не особо помнил, откуда у него взялись эти плавки. Сам бы он, наверное, в здравом уме их никогда бы себе не купил. Но, возможно, это был подарок одной из его бывших. Почему бы и нет? То есть Гэвин даже не помнил, что он вообще когда-то их одевал. Ну, может быть, было разочек, но это так, по молодости. Сейчас, естественно, он предпочитал более такие темные тона. Но раз андроид выбрал эти плавки, то что ж, ну, придется Риду 2 недели за него краснеть. Ладно. На этом пляже мы заканчиваем. Мы сейчас отправимся немножечко на другой пляж. Ну, как? В общем, сегодня у нас такая серия особо без сюжета, такая расслабляющая, ознакомительная, с пляжем, там, с тем, что тут вообще имеется, какие достопримечательности. Хотя, по сути, тут особых достопримечательностей, конечно, нет, но, возможно, может быть, нам удастся вырваться на какую-нибудь, не знаю, экскурсию в какие-нибудь джунгли, там, кто знает. Все, и, в общем-то, Рид с Ричардом у нас отправляются на другой пляж. Ну, посмотрим, что там у нас интересное может быть. Прибыли мы на другой пляж. Ну, это, скорее всего, не пляж, а какой-то отдельный остров. И, кстати, как оказалось, он и не так уж и близко находится от нашего отеля. Вот, и я сейчас хочу, чтобы Гэвин немножечко убрал и помыл вот этот весь мусор, ну, потому что в таком мусоре, я думаю, любому человеку будет неприятно плавать. И да, Гэвин, давай потихонечку, полигонечку. На самом деле я думала, что тут будет намного меньше людей, но почему-то все как-то, видимо, потянулись за нами. Да, давай, Гэвин, тут вот бутылки какие-то, мусор, давай очищай, потом зато самому приятно будет плавать в такой чистой и прозрачной водичке. Тем более вот тут какие-то рыбки интересные веселятся рядышком. Ну, я думаю, можно будет их попозже с Ричардом отправить, например, на рыбалку, ну, посмотрим. И все-таки мне хотелось бы встретить тут дельфинов и пообщаться с ними. Не знаю, получится, не получится, но прям очень интересно. Что, неприятно, Гэвин, да? Фу, вот, какую рожу-то скорчил. А, слизь. Гэвин чувствует, что вода как будто липнет к телу. Отвратительное ощущение. Ну да, что ж поделать-то, бывает такое. Так, ну хорошо, Гэвин с этим у нас закончил. Я думаю, что, в принципе, можно возвращаться обратно на пляж и немножечко полежать, отдохнуть, позагорать. Так, загорать, о, тем более, да, загорать в купальном костюме, нет, подожди, загорать в текущей одежде, загорать нагишом мы, естественно, не будем, делать еще нам нечего, еще, ага, нагишом тут загорать, не-не-не. Все, будем потихонечку загорать, не знаю, Гэвин, в принципе, ты у нас такой и так темненький, я надеюсь, что загар прилипнет к тебе быстро.
И, в общем-то, пока Гэвин тут у нас немножечко решил позагорать, порекорнуть, естественно, его немножечко разморило на такой жаре. И, кстати, где наш андроид? Надо бы его найти, а то он непонятно где там ходит-бродит. Андроид тем временем переоделся в более приемлемую одежду. Хотя тоже вот эта вот рубашечка, Гэвин, мне кажется, тебе нужно пересмотреть по приезду домой свой гардероб. Ну да ладно. В общем, пока Гэвин у нас тут чилит, встать никак не может с шезлонга. Ну и сейчас мы попросим нашего андроида... Подожди, ну он уже без всяких просьб, да, он и так понял, что Гэвину хочется выпить холодненького лимонадика. Вот, и, естественно, тут рядышком есть бар, местный бар, ну, такой небольшой барчик, где разливают разного рода напитки, не знаю, там алкогольные, неалкогольные, неважно. Детективам мы в первый день, естественно, алкогольными напитками поить не будем. И Ричард сейчас закажет у бармена лимонад, да, лимонад для детектива Рида. А пока Ричард заказывает лимонад для детектива Рида, Гэвин у нас тут прекрасно проводит время. Лежит на шезлонге, отдыхает, загорает. Ну, наверное, морской ветерочек его приятненько так обдувает, да. И, Гэвин, по-моему, ты уже горишь. Подожди. Припекает. Если Гэвин подольше пробудет на солнце, он сгорит. Ну, я, конечно, собиралась выполнить твою жизненную цель, Гэвин, но я думаю, что... О, кстати, вот она уже и выполнилась. Замечательно. Значит, Гэвин у нас прекрасненько загорел, да? Приобрел такой летний загар. И все это он успел, кстати, за один день. Но ничего страшного. Отличный загар. Гэвин так загорел. Ему очень идет такой цвет кожи. Да, Гэвин, согласна. Полностью с тобой согласна. Но теперь я думаю, что ты можешь просто немножечко полежать, порасслабляться. И ну, тогда уже будем просто расслабляться в ожидании прохладительных напитков от Ричарда.